Говорят, хочешь изменить жизнь, начни с прически, ведь так мы меняем свой образ. Перемены во внешности в лучшую сторону придают уверенности, повышает самооценку, а значит, меняется и поведение человека. И это касается не только женского пола, но и мужского. Какие стрижки сегодня в моде, выяснил Дмитрий Степанищев. Голова нам нужна не только шапку носить, но и красивую прическу сооружать. Конечно, мужские стрижки намного меньше женских, подвержены капризам моды. Но иногда и на нашей улице переворачивается грузовик с тенденциями. Да и мы, несмотря на показательное пренебрежение внешним видом, тоже хотим выглядеть элегантно. Большинство мужчин предпочитают короткую прическу. Почему? Потому что она очень удобная. Она требует минимальный уход. Но опять удлиненная мужская стрижка, которая создается на такой технологии градировки, это, то есть, разная длина везде, но она в общем целом сочетаемая. Она тоже вполне сегодня оптимальна. Сегодня мужская мода все чаще оглядывается на прошлое. Там было хорошо и красиво, там классика. Это как история с автомобилями. Можно ездить на новой модели, но раритеты все равно будоражат наши умы. Так что можно смело цитировать образы из прошлого. Причем не важно, что лично вам нравится больше. Времена Бисмарка, Чарли Чаплина или же молодого Клинта Иствуда. Машина времени работает на полную мощь. Но если хотите попасть в высшую лигу, то полистайте учебник русской истории или посмотрите американские фильмы 50-х, а не модный журнал. Да, возвращается старая мода. То есть бороды, немного неухоженный вид, брутальности, зачесы, проборы. Это сегодня вернулось к нам снова. И думаю, еще будет актуально очень долго. Как отмечают специалисты в области красоты, мужская прическа отличается большей универсальностью. Но не занимаемся мы ежедневными укладками. Так, от случая к случаю. И вообще, идеальный вариант для утра – пара взмахов расческой. А потому сегодня мужчинам приходится чуть тяжелее. Нужно активно следить за тем, что творится на голове. Ведь прическа – это полноценная часть образа, которая должна подходить и к костюму, и к футболке с джинсами. Дмитрий Степанищев, Артем Суханов. Тюменское время.